слушай, мне кажется, что вчера гигантский робот был более гигантским. Что? Эй, пленник, куда делся робот? Я никуда отсюда не выходил. Признавайся, у тебя есть пульт, автопилот, сообщник. Дети, почему в развалюхе не включается свет? Вы ведь не трогали аккумулятор, правда? Что еще случилось? Эй, отвечай. Да мой один любитель гулять во сне знает, это куда лучше меня. Кто? Я? Он исчез, аккумулятор. Куда он мог подеваться? Случилось. Просто кошмар. Она не заварится. Что здесь происходит? Бен? Вилгакс? О, так, подумаем. Вилгакс сидит тихо. Чудно. Робот исчез. Еще чудней. А теперь развалюх. Что-то не так. Это точно. А, Бен, что ты нарисовал? А? Что это? Я уже говорил. Судьба. Время героев. О, кажется... Я пропал назад! Судьба! 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 Я уже проснулся! Прошу прощения! Что мы здесь делаем? Который час? 3 ночи! Ты превратился в шок-рока во сне! Ты серьезно? Скажи мне, что я ничего не сломал! Ну, как раз наоборот. Ты пытался что-то построить. Я строил это? Ты уверена? Я увидела, что ты разбираешь робота и решила за тобой проследить. Любишь шпионить? Ты строишь непонятно что и читаешь мне лекции? Скажи, Бен, что с тобой? Ладно, слушай, но обещай ни слова дедушке Максу. Когда я начал прислушиваться к голосам... Ты ведь больше не слушаешь их, правда? Да, но они же нам помогли... Угодить в эту историю! О, нужно это разобрать! А! Что такое? Что оно делает? Убирает мусор. Может, мое подсознание стремится к чистоте? Я, кстати, тебя создал! Получай кучу! Бен, Гвен, что случилось? Дедушка, я не... Ладно, признаю, это сделал я. Простите. Ничего, Бен. У нас есть дела поважнее. Самое время разобраться с этой штукой. Я не дам в обиду свою семью. А Бен делает это каждый день. По центральной дорожке! Страйк! Ты так себе строитель, Бен! О, тебе кажется, нужен пластырь! Оно восстанавливается! Я не давал на это разрешение. А? Как тебе мой фирменный прием? Неудержимый бур! Вот что бывает с непослушными роботами. О, да! Что за шутки? Всего за пару секунд? Ну, теперь держись! Он собрал мой заряд! Если бы только у Бена был достаточно сильный пришелец. Одну секунду, он у меня есть!